Продолжаем. На сцене он дерзкий и эпатажный, смешной и скандальный. Да, в жизни он очень добрый человек, ранимый, чувственный, отзывчивый. Чем сегодня нас будет удивлять ваш участник, Сергей Васильевич? Я думал, про меня уже опять скандальный. Да он тоже не скандальный никакой. Он просто действительно дерзновенный, яркий, открытый, эпатажный, эксцентричный. Но об этом мы тоже говорили. Он по природе такой, по природе. Эксцентричность — это не значит скандальность, понимаете? Мы говорили много других эпитетов, это а услышали вы только скандальный. Это разные совершенно вещи, да. Так что он сегодня приготовил нам всем подарок. Да, действительно, это было очень неожиданно. Но это я, правда, я придумал этот подарок. Вот здесь я придумал. Не буду ничего раскрывать. Давайте дождемся просто этого номера, самого номера, а потом все сами услышим. И будем раскрывать. И потом мы все прокомментируем. Итак, Артем Белый. Мой прекрасный клоун. Опять клоун. Клоун, клоун, конечно. Это высокое звание. Что мы, собственно говоря, должны были поменять в Артеме? Да, собственно говоря, перестать играть клоуна. Я не согласен с его мнением. Он меня, в общем-то, на всю страну назвал клоуном. Это некорректный комментарий. Клоун — это, я считаю, все-таки здесь смеются. Ночка темная. Нельзя мои выступления, ни одно из моих выступлений подписывать под словом «клоун», поскольку клоун – это все-таки хаотичное что-то. Это трэш на сцене. Я этого не приму. Я не считаю, что это были клоунские песни. Это были песни сложного содержания. Он среди этих ролей, которые ему навязывают соседов, он потерялся. Ну что, может быть, все-таки это попробуем? Надо подумать, подумать. Расскажи мне о своих родителях. Не знаю, не знаю, что рассказать, что рассказать. Отца в моей жизни никогда не было. У меня была только мать и бабушка. Знаете, если честно, я даже не знаю, когда у него день рождения. Даже не знаю, сколько ему лет. Потому что он мне чужой человек. У него другая фамилия из-за того, что у отца была плохая репутация. В городе моя мама приняла решение поменять мне фамилию, чтобы... Как-то вам сказать? Чтобы... упростить мою жизнь. Свою репутацию мне пришлось строить с нуля, под новой фамилией. Какие у тебя отношения с мамой? Родила меня в 19 лет она. Они жили в нищете. Та нищета была ужасающая. В те годы ей предлагали сделать аборт. Она же была одна, отца же посадили в тюрьму. Моя мать жила на работе, чтобы тянуть меня и мою бабушку вместе. У нас были с ней такие взаимоотношения очень тесные, как одна команда, так сказать. Только были мы и я. Потом уже появился у нее уже муж и ребенок, которого она ждала. Она его полюбила очень сильно. А я остался просто как прошлым. Мы с ней часто особо не общаемся. У меня нет на нее обиды, а у нее нет обиды на меня. Если бы ты рисовал свою семью, как бы это выглядело? У меня семьи не будет. Почему? Ну, не знаю. Ну, так сложилось.
Не хочу. Можно с людьми общаться и без семьи, не обязательно, чтобы была семья. Это слезы прошлого. Да, не у всех все прекрасно и хорошо, но я в прошлом не живу. Выжить, надо как-то выжить, понимаете, выжить. Вот и все. Но, к сожалению, при отсутствии близких людей смысла-то особого нет. Неужели невозможно ничего поменять? Нет, нет, этого лучше не станет. Я так жил, наверное, буду дальше так жить, вот и все. Ничего страшного. Одного, малыша иметь всего, да и
Это был Артем Белый. Ты в профайле сказал, у тебя нет близких людей, а мы... Комментируя это выступление, я бы хотел, чтобы наставники пошли немножечко другой дорогой. Давайте попробуем прокомментировать, как Сергей Васильевич справился с постановкой этого номера, с подготовкой этого артиста. Серега, начнем с вас. Красноречиво. Уважаемые телезрители, убедительная просьба проголосовать за Артема Белого. Грязная игра, грязная. И это тоже не нравится. Нет, нам не все нравится, нравится просто. Не нравится. Это слова ведущих. Артем, ты вот обижался на меня, сердился, что я. Я просто плохое настроение. Ну, а сегодня хорошее. Это я ему потом все объяснил за кулисами про клоуна. Нет, ну давайте, чтобы зрители уже. Мы же просветительскую миссию несем, правда? Клоун — это вершина. Вершина. Артистического, да, потому что это назвали клоуном тебя, это похвалили тебя. Спасибо. Да я первым назвал его клоуном-то, господи. У меня есть, кстати, песня «Твой любимый клоун», не знал, кстати, ты об этом? Я сам... Артем, ты изумительно вжился в образ, вот, и после этого выступления я себя чувствую каким-то клоуном. А ты молодец, спасибо. Спасибо, Серега. Сейчас послушаем мнение Ольги Бузовой. Во-первых, я хочу сказать, что все, что остается здесь за кадром, оно должно оставаться за кадром, Сергей Васильевич, потому что мы создаем реально сказку для наших телезрителей. И настоящий артист, действительно настоящий артист, он, когда проходит через все трудности, там, сломался ноготь, температура, нога, вообще, это вообще не имеет никакого значения. Костюм был заменен за минуту. Вообще зритель не должен знать ничего. Зритель включает каждую пятницу в 20:45 фактор ба и наслаждается. Ольга, и когда мы начинаем говорить, кто там что поменял, кто у там Артема что... У Артема ничего не ломалось, и все было нет, в порядке. Я... Зритель реально смотрит и думает, а у них и правда все как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Так и нужно эту сказку давать. А у меня вот такое ощущение, что это советский маньяк вышел на сцену. Я вообще... Вы уже про маньяк. Что там Чикатило? Чикатило какое-то. Так, Чикатило не в эту сторону. Чикатило просто. Я вообще сейчас боялась, что сейчас придет Артем и меня заберет. Я хочу сказку. Особенно, когда про родителей. Это же... Ну, удался номер, Оленька. Ну. Удалось соседу? Про что говорим? Если бы сегодня был кастинг, я бы сказала вам нет. Ну, что поделать. Но сегодня, да или нет, говорят телезрители. Это же вкусовщина, вы же понимаете. Мне нравились выступления Артема Белого, реально. Ты помнишь, какие мне понравились. Вот когда... Прошлый эфир вообще-то без комментариев. Духаст Миш, я ночью, после того, как нагадала себе жениха, мне снилось Духаст Миш. Я думаю, ну открой же личико. Мне тоже снилось. Открой же личико. Где тот мой жених? Не открыл личико. Вот до этого эфира, когда ты один выступал, я вообще просто пищала, наслаждалась. Да, ты же вжился в роль, гениально. Гениально. Но я люблю песни в... Когда ты поешь немножко в другом исполнении. Я тоже люблю. Поэтому мы поем то, что нам дают наставники. Да. Поэтому следующий эфир, порадуй меня, пожалуйста. Ольга что-то знает по поводу голосования телезрителей. Следующий эфир, говорит она. Артем, порадуй, пожалуйста. Ну, а нужно, здесь все лидеры, вы понимаете? Да, факт. Пять все. Человек осталось. И это выбор страны. Это выбор Беларуси. Спорить со зрителем. Мы можем расстраиваться, переживать, все, но это выбор зрителей. И зрителю будет очень непросто, да, сегодня конечно, проголосовать. Поэтому все мысли материально в следующем эфире. Спой для меня, пожалуйста. Спасибо, это Оля. Сергей Васильевич вопрос. Сергей Васильевич, ну мы все поем, Оленька, и для тебя, и для Руслана, и для Сереги, и для всех зрителей в зале, и для всех телезрителей, безусловно. Сам было не 11 лет, когда они исполняли это произведение. Это наше белорусское достояние. Я бы, кстати, вот и Руслана послушал. Я бы с удовольствием тоже. Да, действительно. Я постараюсь ответить на вопрос. Вы задали вопрос, справился ли Сергей Васильевич с песней, да? Смотрите, ну Сергей Васильевич хитер. Он поднял проблему демографии, да? Песня написана больше 30 лет назад. В 81-м году. 40 лет назад. Вот. Да, и, собственно говоря, она как-то, по-моему, впервые прозвучала в фильме документальном «Третий лишний», там, где была проблема одного ребенка в семье.
И вот я сейчас... ее услышал в «Огоньке» 8 марта по центральному телевидению в 81 году. Да. Удивительная память вообще. Вот. И, конечно, да, это, собственно говоря, это и есть проблема сегодняшнего дня. Институт семьи, рождение ребенка. Там тренды, тренды глобализма уже прослеживаются. Он сначала поет, типа, мол, ну... Да. Скоро не будет детей, а потом поднимает важную тему. Говорит, и жаль, что... И песня очень трагичная. Жаль, что мы без родителей не можем делать детей. Да? То есть они намекают на клонирование уже. Я же понимаешь? Говорю. Поэтому смотри, Артём, смотри. Артём, смотри. То, что ты сегодня поднял эту проблему, ты, вот, да, это, кстати, редкая песня, которая звучит, в принципе, сегодня на эстраде. Вообще, кроме Верасов, её никогда никто не пел. Да, не запето. И поэтому за это тебе спасибо. Я к чему призываю? Нужно рожать детей, и чем больше будет детей, тем наша хорошо, жизнь станет лучше. От кого? И мир... Где? Подожди. Нет, так, давай, это я не против. Это тема другой программы. Да, и наша жизнь станет лучше. Да ведь я будущее хочу. Есть, наши дети. Все. Неважно от кого, чужих детей не смотри, бывает. Смотри, Артём, какой эффект от твоего вокала. У меня есть моя кармическая дочка, моя Марго. Тему-то подняли, это очень серьезно. Очень серьезная тема. Сергей Васильевич, давай послушаем мнение твоего наставника. Довольны? А ведь и правда. У него сестренки нет, у него братишки нет. Говорят, с детьми хлопот не проворот. Зато у него есть Сергей Васильевич соседа. Что же будет на земле через 100 ближайших лет? Какая потрясающая игра. Братишки есть, по-моему. И, конечно, этот подарок мы делаем прежде всего нашим дорогим белорусам. Мы знаем, что эта песня была ломовейшим хитом в советское время, в начале 80-х годов. И, конечно, мы передаем таким образом привет композитору этой песни Эдуарду Семеновичу Ханку, певице Едвиге Поплавской. И, конечно, мы вспоминаем незабвенного Сашу Тихановича и, конечно же, автора стихов этой песни Игоря Шиферана. Спасибо вам, дорогие, прекрасные, за такие простые, такие любимые и такие вечные песни. Она же актуальна, как будто написана сейчас, сегодня. Она написана более 40 лет назад. Да, и это же еще не только подарок зрителям, это подарок Артема и нам, судьям, и ведущим, и самому себе. Сегодня у него день рождения. Одаренному ему коню. Исполняется 26 лет. С днем рождения тебя, дорогой! С днем рождения, прекрасный! Сергей Васильевич, вот весь сюрприз нам испортили. Не умеете выгранить тайны. И неясно прохожу в этот день непогожий, почему я веселый такой. Значит, друзья, поскольку у Артема сегодня день рождения, я предлагаю объявить этот стол сладким. Правда. Мы это сделаем, нельзя к Сереге. Я предлагаю отменить это. Подожди, а ты козерог. Судите по факту. Так спокойно, Ольга, мы все сказали. Это он. Ты козерог. Я смотрю. Я знаю козерог. Да, я просто... Слушай, ну да, теперь понятно, почему ты справляешься в одиночку. Ты на самом деле очень сильный. Ты на самом деле безумно самостоятельный. Очень сильный. И ты в себя реально веришь. И... Не надо больше сопли на кулак наматывать. Никто ты не наматывал. Сильный, талантливый, очень с прекрасным чувством юмора, в то же время ранимый и чувственный мужчина, который дошел до 6-го прямого эфира «Фактор Бай». Это только начало, мой хороший, это только начало твоего большого жизненного пути. Я очень рада, что ты попался Сергею Васильевичу. На удочку. На удочку. Попался. Потому что он себя очень хорошо чувствует. И я очень рада, что свой день рождения ты отмечаешь здесь. Я свой день рождения буду отмечать здесь же через неделю. Вот и отметим. Понравилось ли выступление Артема нашим телезрителям? Мы узнаем, судя по вашему голосованию. Для этого нужно позвонить на номер 88-10-10-106, номер Артема 10, ну или отправить смс-сообщение на 28-85 с пометкой 10. И, кстати говоря, сделать это можно и нужно не сейчас, а после выступления всех артистов сегодня вечером. Начните голосование вовремя, проголосуйте за своих любимых артистов, и будет вам счастье. Ну а это Артем Белый!